Окончание минувшей недели в регионе прошло под вареничным флагом. В пятницу 13-го гастрономический фестиваль состоялся в Старом Осколе, а в субботу все муниципалитеты представили свое кулинарное искусство в Белгороде. На областном фестивале вареников отметили лучшие творческие презентации, арт-объекты, сувениры и сами вареники. Наш округ вошел в число 7 победителей в номинации «Лучшая презентация вареничного Белогорья». А о том, как накануне выбирали самые вкусные вареники в парке «Зеленый лог» в нашем следующем материале. В Старом Осколе гастрономический семейный фестиваль вареников прошел уже во второй раз. Погода позволила желающим прогуляться по парку с пользой и удовольствием. Танцы, музыка, хороводы, эстафеты, фотозоны, игры и забавы. Развлечения на любой вкус. А первое впечатление, что тут очень много людей, весело, песни играют. Ну и атмосфера такая, знаете, хоть и холодно, но все равно, когда людей много, тепло становится. Так сказать, люди улыбками согревают. Для гостей праздника организовали полевую кухню и распродажу героев дня – вареников. Стакан 60 рублей. А вот перед жюри конкурсной части фестиваля стояла непростая задача – попробовать и оценить блюда, представленные участниками. Сегодня у нас представлены 10 предприятий нашего городского округа, и они будут сегодня нас удивлять рецептами. Причем эти рецепты мы можем взять себе на заметку и в дальнейшем будем использовать как фирменное блюдо дома. И, конечно, вот очень важно, что мы соблюдаем эти традиции нашей России, традиции нашего города Белогорья. В этом году на дегустацию представили вареники с капустой, картошкой, луком, грибами, вишней, малиной, творогом, шоколадом, мармеладом, карамелью, а также вареничные торты и хачапуреники. Битва столов была нешуточной. Традиционные и экспериментальные рецепты, поточная технология и ручная работа, бабушкины секреты и детские фантазии. Ну и, конечно же, царь вареник. Это картошка здесь с грибами и с луком жареным. В итоге в номинации «Вареник с изюминкой» победили ресторанный комплекс «Триумф» и Староскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса. Самый оригинальный вареник сделали в ООО «Славянка Трапеза». Приз за самый вкусный вареник взяла мини-пекарня «Сдобушка». Когда мне поступило предложение выйти на конкурс, на фестиваль вареников, я очень долго думала, думаю, ну чем удивить наших староскольцев, потому что вареники из теста обычные, а у нас все-таки предприятие мини-пекарни с торговым отделом. Поэтому я придумала вот такой вареничек из тестушка, испекла его и вот радовала людей. Даже после торжественного награждения староскольцы не спешили расходиться по домам. Для желающих насытиться праздничной атмосферой старались городские и сельские творческие коллективы. Хороший праздник, мне нравится очень. А что, пускай вот такие праздники будут, почему бы нет? Мы уходим все гулять, дети наконец-то в телефонах своих не сидят, вышли погулять. От Деда Мороза получили подарка с Снегурочкой. Так что все довольны. Я думаю, конечно, нужно делать такие праздники и чаще, и больше. Евгения Ташманова, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал.